кто? Академик Абыкен Бектулов. Это друг отца, то есть дедушки твои. То ли что Тугамбаев сын репрессированного. О трагической судьбе папы Карткожи Тугамбаеве родные знают немного. Только то, что рассказывала при жизни мама Шайда. Отец входил в союз писателей. Он переводил школьные учебники на казахский язык. Параллельно работал редактором в учебно-педагогическом издательстве. После его перевели в Институт казахского научно-исследовательского института марксизма и ленинизма. Оттуда переводчика и увезли в НКВД. Мама говорит, пришли утром. Утром пришли почему-то, говорит. Все документы посмотрели, те, что все забрали, и все унесли. Даже диплом об окончании не оставили. Высшее образование. Они вообще-то должны были оставить. Ну, не оставляли. Обычно опись составляется же. Ну, мама-то не знает. А я написал, КГБ написал, говорит, нет, не имеется никаких документов, фотографий, ничего нет. Отец был добрым и отзывчивым, рассказывает Толеш Тоганбаев. Он многим жертвовал ради своих родных, помогал каждому, кто обратится. Но в день ареста с горечью рассказывает сын. О папе забыли все. Тогда мать Шайда Тоганбаева осталась одна с двумя маленькими детьми на руках. Они тогда проживали по улице Кирова. После ареста главы семейства маму вместе с детьми выгнали в подвал. Тогда ребятишки заболели корью. Старший скончался от болезни. Мама Шайда в первое время часто навещала мужа. Ей говорили, что его посадили на 10 лет. Оказалось, просто обманывали. Арестовали Карткожу Тугамбаева 22 октября 1937 года, а 28 февраля 1938 расстреляли в застенках Народного комиссариата. Родные до последнего не верили в это. Они ждали и надеялись, что глава семьи вернется, пока не получили справку о посмертной реабилитации. В 1956 году Хрущев-то, вот, закрытое письмо, я знаю, видел в институте, нам, студентам, зачитывали, вот. Я так был, расстроен был. Ну как это? Расстреливать человека ни за что, без причины. Вообще надо, если расстреляли, место захоронения показывать надо. Сообщать семье надо, что ушел, все. Совершил такое преступление. Нет, не сообщали. Через 20 лет мы получили извещение, что он. А потом свидетельство о смерти выдали. Там причина смерти не указана. Согласно архивным документам, в 1937-1938 годах за ночь могли привести в исполнение приговор сразу нескольким десяткам человек. Зона казни была строго засекречена, тщательно скрывалось и место захоронения. А потому Толеш Ата, как и тысячи других потомков репрессированных, до сих пор не знает, где находится могила отца. Мадина Исюмбаева, Мурат Тайжан, телеканал «Алматы».